Каждую неделю Valve удаляет более 200 аккаунтов Steam за использование читов. Но сегодня я вам расскажу о способе, который поможет вам получить вакбан без читов. То есть вак будет, но его не будет. Проще говоря, ролик будет о том, как можно затроллить вашего друга, который играет в CSGO. Только давайте договоримся. Если вы не знали про такой способ, то поставьте прямо сейчас лайк. А если же знали, то вы можете поделиться этим в комментариях. И да, очень классный способ, я думаю, то, что вам понравится. А перед началом этого ролика я вам советую канал Adapter Games, на котором вы сможете найти большое количество роликов по CSGO, начиная от каток в CSGO и заканчивая открытиями кейсов. Я думаю, что канал интересный, поэтому есть ссылка на него в описании. Все на самом деле очень просто, это займет не больше 2 минут. Сначала тебе надо зайти на сайт whackyourfriends.com, и после чего вставляем ссылку на профиль, может быть ваш, может быть вашего друга. Выбираем язык и нажимаем на отправить. Ну вот и все, загружается и рендерится наша фотка. Как только она загрузилась, мы ее видим. Да, можно ее посмотреть, так все очень классно сделано. Нажимаем на download, и у нас будет она скачиваться. Можем проверить, да, это все очень классно работает, мне кажется, это просто гениально. И сейчас я бы хотел использовать эту фотку и троллить моих друзей. А на этом я заканчиваю ролик. Я думаю, что тебе понравился этот способ, и ты будешь им пользоваться. Ну и сейчас я разыграю для вас дроп. Если ты хочешь получить вот этот дроп, который у тебя на экране, то тебе нужно всего лишь выполнить 3 правила, 3 условия. Тебе нужно поставить лайк под этим роликом, написать в комментариях, что ты думаешь о читерах в CSGO, и подписаться на канал. И как только на этом ролике наберется 300 лайков, я захожу в комментарии и выбираю победителя. Так что проверяйте. Видео, может быть, рано или поздно победите именно вы. А на этом я прощаюсь, подписывайтесь на мой канал, думаю, то, что это будет очень интересно, и скоро, уже совсем скоро мы наберем 60 тысяч подписчиков, давайте сделаем это быстрее. Всем спасибо, всем удачи, и не забудьте подписаться на ВКонтакте, ну и на канал.